Итак, у вас есть молодой сайт, и вы хотите привлечь первый органический трафик, но не знаете как. Это самое сложное, как привлечь первую органику на свой сайт. За какие ключи хвататься? Как вообще начинать продвижение своего сайта? В 2019 году это стало практически невозможным молодому сайту сейчас вылезти в топ органики, если уже есть хоть какая-то конкуренция. Что это значит? Это значит, что если уже по вашему заголовку кто-либо есть, вы рискуете не продвинуться вообще. Ваш сайт рискует не продвинуться в целом. Поэтому сейчас в этом видео я расскажу про основные стратегии. Наверное, у нас будет 6 или 7 стратегий, мы постараемся рассмотреть в этом ролике, которые позволяют получить бесплатный органический трафик для своего сайта. Поехали! Итак, сейчас мы в нашем видео поговорим непосредственно про то, как работает поисковик и как все-таки вылавливать эти самые стратегии. И, конечно же, пойдем по такому пути, как намерения пользователя, как они ищут. Мы не будем рассказывать скучное видео про воронку поиска, как люди делают воронку продаж. Я оставлю полезные ссылочки в описании своего видео. А сейчас хочу вам показать особенность по современной выдаче в SEO, на что сейчас следует обращать внимание. Итак, когда мы находимся в Гугле, мы вводим наш поисковый запрос и ищем то, что нас интересует. Например, у меня пришел клиент, который продает автозапчасти. Ну, допустим, в Запорожье. Если мы вбиваем геозависимый запрос, что мы видим? Мы видим, конечно же, блок контекстной рекламы, блок карт. И только потом уже мы видим непосредственно наших сайтов, с которыми мы будем конкурировать. Здесь мы можем видеть некоторые крупные площадки, некоторые мелкие. То, допустим, тот же OLX может сразу же фигурировать, с которым конкурировать довольно сложно. Ну и мы видим вот основные наши конкуренты. У меня выдача настроена сейчас на данный момент на 50 элементов, поэтому сейчас я хочу вернуть ее на базовую, как она настроена по умолчанию у всех. И мы вместе на это обратим внимание на эту выдачу. Обратите внимание, насколько мало места под SEO. Вы видите, что реклама поджимает снизу, реклама поджимает сверху. То есть, мест для некоторых запросов просто физически нет. То есть, допустим, если мы возьмем услугу замена ремня, допустим, ГРМ, мы увидим точно так же контекстную рекламу, увидим три блока выдачи, блок картинок, блок SEO выдачи и снова контекст. Если же мы возьмем, допустим, одну из любых других услуг, еще замена масла в АКПП, выдача будет точно почти такой же, единственный момент, что не будет картинок. Что это значит? Это значит, что в зависимости от типа запроса мы видим разную картинку в итоге. Это значит, что неважно, что вы ищете, зависит все от этого типа запроса, как Google сформирует для вас вот эту особенную выдачу. И от намерения запроса зависит, какие элементы будут выходить. И на вот этих намерениях и построены определенные мои SEO-стратегии, которые мы будем вместе сейчас рассматривать. Первая стратегия, на которую я бы хотел обратить внимание, это когда ключевые слова являются сильно конкурентными. Если они очень конкурентные, иногда очень сложно пролезть по определенным типам запросов. Вы просто можете стараться сколько угодно делать, но трафик вы по ним не получите. Но что нужно делать в такой ситуации? Возьмите ваш запрос основной и добавьте ему слово «что это?». Найдите первые же статьи, которые вы найдете в поиске, и постарайтесь связаться с авторами и попытайтесь коммерчески, ну, платно опубликовать ссылку на свой ресурс. Обращаем внимание. Вот у нас система замена масла в АКПП. Вот нормальный вполне такой ключ. И мы можем спросить в Гугле, например, АКПП, что это. И мы видим раз блок, два блок, три блок, четыре блок. Например, вот автошкола, ну, явно не занимается тем, что продает запчасти, но мы можем с ними связаться и попросить оставить ссылочку на нас. Мы можем более того предложить им контент. Что это значит? Это значит, что мы можем находить такого рода контент в интернете
и связываться с ними и предлагать им условия, чтобы они разместили нашу партнерскую ссылку. Из, допустим, 100 найденных таких вот тем можно найти, ну, десяток, где можно спокойно заплатить и отдать, ну, чтобы ссылка осталась. Кто-то захочет $50, кто-то захочет $100, кто-то захочет там какую-то сумму в месяц, допустим, заключить договор с вами, что ваша ссылочка будет. Эти ссылочки для вас колоссально будут полезны. Почему? Потому что эти статьи находятся в топе, вы их все равно лучше не напишете, и, конечно же, вам будет гораздо труднее. Более того, я сейчас не рассказываю про стратегию тонкого контента, что можно найти статью, которая устарела, написать лучше. Не помните, что ее еще нужно продвинуть. Вы можете написать классные статьи по тонкому контенту, но на их продвижение нужно потратить определенные усилия. Нужно будет сделать перелинковку существующих страниц вашего сайта. То есть это уже другая стратегия, гораздо сложнее и более сложная. Я сейчас рассказываю про простые, бесплатные, ну, условно бесплатные, тут самые быстрые, правильнее сказать, способы получения трафика. Да, это, условно говоря, не бесплатное. Ну, конечно, если у вас получится договориться, чтобы ссылочку на вас оставили на партнерских основаниях каких-то, допустим, что-то вы им по бартеру, то почему бы и нет? Здесь оптимальный вариант согласиться на банальное партнерство. Это первое, на что можно обратить в этой моей стратегии. Вторая стратегия, конечно же, это гостевой постинг. Гостевой постинг, Анатолий рассказывал в наших прошлых видео, гостевой постинг это тогда, когда вы находите площадки, непосредственно пишете им напрямую, общаетесь с ними, они от вас просят какой-то контент, вы им предлагаете готовый написанный контент, и вы публикуете свой контент на этих площадках. Плюс этого метода, что он бесплатный. Ну, не будем считать сервисы email рассылок оплачиваемые, то есть вы можете его делать самостоятельно, фактически не привлекая никого другого. Он бесплатный. Минусом является, он очень времязатратный и ресурсозатратный. Ваша задача найти огромное количество площадок, то есть однозначно нужно парсить выдачу. Для парсинга выдачи, конечно же, подойдет программа типа Scrapebox. Ссылочка на Scrapebox будет в описании. Как им пользоваться, что такое разовая покупка. Софт полезный, для него нужно покупать прокси. Он находит очень быстро базы. Потом нужно пользоваться сервисами email рассылок. Их огромное количество. Там MailGen, MailChimp, там их куча, тысячи, условно говоря. Все эти сервисы нужны только для одного. Вы должны найти контакты, кому писать. И общаться с ними до момента, пока на вас не будет сделана ссылка. Раз писать, два писать, три писать. Поэтому сервис однозначно лучше, чем просто вы будете писать имейлом через Boomerang. Boomerang это плагин. Я сейчас немножко покажу, как работает гостевой постинг на примере нашего сайта. Итак, заходим в Ahrefs и смотрим на наш сайт. И смотрим наши бэклинки. На текущий момент наша стратегия заключается в том, что мы делали бэклинки по нескольким стратегиям. Одна из них это стратегия Scholarship Links. Она достаточно тоже ресурсозатратная, но сейчас мы хотим вывести непосредственно, ну давайте вот все эти ссылочки Scholarship.ua мы постараемся исключить. Вот сейчас мы в Ahrefs их исключим. То есть exclude. Так, вот, собственно, наши странички, на которые мы делали ссылки. Я отсортирую сейчас статьи по ключевым словам, потому что гостевые посты, они отличаются от обычных ссылок тем, что на них есть трафик. Обратите внимание, что ссылки, обычно, которые вам делают SEO-шники, они трафика не имеют сами по себе, то есть у них нет позиций. Все статьи, которые могут писать там на Google Links там, или покупать статьи на Miralinks, на них трафика нет вообще. А гостевые посты позволяют создавать контент, который имеет еще и трафик. То есть они сами по себе, то есть польза от этих площадок, то что они получают от вас контент, который приносит им трафик. А эти же статьи передают вам огромный вес для своего сайта за счет того, что там есть трафик. Поэтому, если вы хотите работать по стратегии гостевого постинга, вы должны стараться писать классный контент. Итак, посмотрим внимательно. Вот есть моя статья, 457 ключевых слов у нее в топе. Я сейчас просто их покажу, вы поймете. Она ранжируется по России в данный момент, по запросу ключевые слова, как подобрать ключевые слова. Вы видите, что статья имеет огромное количество ключей, и она отлично ранжируется. Посмотрим внимательно теперь на эту гостевую статью. Гостевая статья написана мной в декабре 2017 года, достаточно давно.
Вот. Я писал статью «Как писать ключевые слова». То есть она рассказывает полностью, как собирать семантику. В принципе, статейка очень неплохая. Я рекомендую вам ее тоже прочитать, потому что здесь много полезной информации для новичка, который вообще впервые старается этим заниматься. То есть она не такая большая, но здесь довольно-таки много и набежало комментов. Собственно, на что я хотел бы обратить внимание, эта статья даже имеет, если не ошибаюсь, даже внешние ссылки. То есть, если мы посмотрим бэклинки этой статьи, по идее, даже у нее бэклинки есть. Ну, то есть, на саму статью есть еще бэклинки. Это довольно неплохо. То есть, можно увидеть, что на нее есть ссылочки, даже вот на фрилансерских сайтах, каких-то вот в блоге кто-то забирал ее. Ну, то есть, особенность гостевых постов от обычных SEO-шных ссылок заключается в том, что их хочется разбирать на ссылки, то есть цитировать, забирать себе. Конечно же, мы частично этому тоже помогали, но рекомендуем, чтобы вы писали контент так, чтобы им хотели делиться. В этом плане гостевой постинг затратный на создание контента, потому что вы создаете класснючий контент, но не для своего сайта, а для сторонних ресурсов. То есть пишите для других людей. По факту они получают бесплатно контент, бесплатно качественный, допустим, контент, они плохой публиковать не будут, получают вас как автора и получают трафик, а вы получаете всего лишь ссылку, которая имеет определенную долю веса на свой ресурс. Вы могли бы, конечно же, написать этот контент у себя, но его тоже нужно продвигать. Поэтому стратегия продвижения по гостевому постингу должна сочетать в себе как создание собственного контента, для того, чтобы вы могли, было на что ссылаться, так и создание гостевого поста. То есть обратите внимание, вот в этой моей статье, которую я написал, в ней есть ссылочка на мое видео, ну то есть мое видео, которое нужно смотреть, ссылочка на мой тул, ссылочка на другие мои статьи, как вы видите. То есть, если вы посмотрите, то есть достаточно много ссылок у меня есть на свои ресурсы. Более того, у меня есть ссылки на внешние ресурсы, обратите внимание тоже. То есть, я вполне себе ссылаюсь на другие ресурсы, то есть, и делаю это нормально. То есть, если вы обратите внимание, ссылок у меня вроде бы в статье много, но они все ссылаются на контент. И ссылаются не на коммерческие страницы, а исключительно на контент. Очень важно, не пытайтесь продавать в гостевом посте. Такой пост у вас не примут. Его не захотят публиковать, если будете пытаться что-то продать. Пытайтесь просто создать ссылку на свой контент. Все важно поднять позиции. Окей, теперь переходим к так называемым грязным стратегиям. Да, именно мы будем говорить сейчас немножко про те стратегии, которые используют обычно, когда первые две мои предложенные не подходят. Да, у вас, допустим, нет денег сейчас заплатить кому-то за спонсорскую ссылку, или у вас нет времени заниматься гостевым постингом, а SEO-шника нанимать не хочется, а трафик вы хотите получить вот просто сейчас. Вы, собственно, за этим и пришли это видео посмотреть, и я про эти маленькие такие грязные стратегии постараюсь вам рассказать. В первую очередь, самая популярная стратегия – это зацепиться, конечно же, за чужой бренд. Да, никто не мешает вам вырасти на популярности какого-то другого бренда, который популярнее, чем вы, во много раз популярнее, чем вы. В этом помогают так называемые трюки, когда формируются списки, либо формируются, ну так правильно даже сказать, аналоги. То есть мы называем эти странички аналоги. Например, ну, вы создали там, не знаю, там, сервис, там, не знаю, по переводу денег с WebMoney, там, ну, и у вас есть там безумный конкурент, допустим, BestChange, ну, там, у вас есть сервисы по обмену валюты, но есть у вас BestChange. BestChange, он просто безумно популярен, то есть, если посмотреть, вот, собственно, BestChange, и мы можем посмотреть его трафик, вот, в Ahrefs, если мы зайдем в объем BestChange, трафик у него безумный. То есть можно увидеть, что очень популярно. Что это значит? Это значит, что в принципе вы будете конкурировать с сервисом, у которого безумный брендовый трафик, а вас, возможно, никто не знает. Ничто не мешает вам зацепиться за него при создании контента. В первую очередь смотрим сюда. Следим за руками. BestChange. Аналоги. Да, запрос, конечно, не самый популярный, но мы посмотрим. Да, не самый популярный. BestChange. Смотрим еще раз. Смотрим, вылавливаем слова. Так, так, так. Phrase Match. Phrase Match. Тут как заработать, кстати. Трафик есть определенный. И смотрим. Русское. BestChange. Тоже неплохо.
Смотрите, есть такой популярный запрос «отзывы». Например, люди часто интересуются отзывами. Вы можете зацепиться за отзывы, за аналоги. И может, люди всегда интересуются у крупного бренда всегда этой темой. То есть вы всегда можете встретить у самого популярного конкурента обязательно эту тему. Вот яркий пример, если же вы хотите создать вот аналог, то есть вы должны понимать, что в BestChange аналоги есть тоже свой определенный трафик. То есть вы увидите, что есть сайты, которые прекрасно себе живут. То есть мы возьмем SEO-сайт, который зацепился по этому запросу. И если мы сейчас возьмем сайт Explorer, его трафик, мы увидим, что 59 ключевых слов он зацепился по этим запросам. BestChange Украина, BestChange обменник, заработок в обменник. Он зацепился по брендовому запросу. То есть можно увидеть, что BestChange Украина, он себя прекрасно себя чувствует. По России у него ситуации не надо, но по запросу зацепился BestChange зеркало. Да, кстати, если есть сервера, сайты, у которых проблемы с так называемым доступом, да, то зацепиться по запросу там зеркало, аналог, где находится, то есть достаточно легко. В этом плане, если вы продаете любой продукт, там, не знаю, Excel аналог, там, не знаю, там, Photoshop аналог, вот, например, вы создали аналог Photoshop, посмотрим сюда, берем это ключевое слово, в анализ ключевых слов, и вбиваем Photoshop аналог. Аналог Photoshop, трафик 40, бесплатный аналог Photoshop, трафик 20. То есть фактически к крупному бренду можно прицепиться и создать страничку. Вот, например, прекрасные аналоги Photoshop. Кто-то создал уже пост. Посмотрим, насколько он актуален. Кстати, пост 2009 года по моей стратегии тонкого контента, его переплюнуть нечего делать. Поэтому берем его ключи, смотрим и видим, что вот прекрасно, вот те ключи, вот их частотность, реальная частотность, вот по России в частности, да, по Украине, конечно, будет их поменьше, но обратите внимание, какое количество есть ключей, по которым можно просто вот сейчас брать и создавать страницу. То есть на пустом месте можно взять популярный бренд и посмотреть на похожие ключевые слова, найти сайт, который занимает на данный момент топ, и взять его ключи и попробовать создать свой контент. Так называемый паразитировать на чужом бренде. Теперь то же самое про отзывы. Берем любой конкурент, допустим, там, ну, давайте вот там есть пиццерия «Мафия», там, к примеру, вот давайте вот ее проверим. Там «Мафия», отзывы. Вот, как мы видим, есть трафик по этим запросам. «Мафия», отзывы. Смотрим, кто у нас сейчас нынче в Гугле по этому запросу. Отзыва нет. «Еда UA», по купон UA. И как вы видите, думаю, есть сайты, у которых достаточно неплохой трафик. Это мы можем проверить, да, там, этих сервисов. И можем написать, создать свою страничку, допустим. Вы можете создать свой блог, на котором публиковать отзывы, сделать площадку для отзывов по вашим конкурентам, а с этой площадки перенаправлять трафик на свой ресурс. Вам никто этого не запрещает. Поднять площадку, которая будет собирать трафик, собирать отзывы. Это самый простой трюк для продвижения. Поэтому используйте чужой бренд для продвижения. На первое время вам прекрасно хватит, а сайт такой поднять нечего делать. Он в топ заходит довольно быстро. Более того, вы можете находить компании, про которые еще никто нигде отзывы не публиковал, и сделать, ну, зарегистрировать там типа а-ля эти компании, и пускай люди потихонечку придут. Люди будут искать, будут находить. Вы можете написать даже несколько нейтральных отзывов, для того, чтобы люди понимали, что эта площадка живая и она нормальная. То есть вы можете даже обратиться от имени этой компании, которую создали вы фактически конкурент, обратиться к ним, сказать, что у нас вот есть площадка для отзывов, можете рекомендовать, чтобы оставляли отзывы о вас там. Да, и этот трюк тоже работает. И даже более вот того скажу, мы даже сталкивались с нашими конкурентами, которые плодили такие площадки, плодили отзывы. Правда, их потом закрывали, но это уже другой разговор. Некоторые не закрыты, некоторые до сих пор существуют. И эти площадки, они тоже имеют свой трафик и свой доход. Но самое главное, всегда надо обращать, как говорится, следите за руками, а есть ли там реклама каких-то либо конкретных сайтов, с которых трафик переводится. Всегда это можно проследить и увидеть. А теперь попробуем поговорить о так называемых мертвых брендах. Иногда что-то закрывается. Google, например, часто закрывает свои сервисы. В некоторых сервисах есть определенная популярность.
Поэтому люди иногда думают, а что делать дальше, когда сервис закрылся? И тут на помощь приходит наш способ получения трафика. Мы пишем статью по ключевому слову название закрывшегося продукта и замена. Ну, точно так же аналоги обыгрываем, куда пойти, то есть вместо чего, либо новый адрес, если оно переехало. На этом прекрасно зарабатывается трафик. Нужно следить за новостями, за вашими конкурентами, публиковать эту информацию. Если что-то закрывается, писать статьи, обзоры, аналоги там, того-то, что закрылось. И, конечно же, стараться на этом заработать трафик. Смотрим внимательно. Итак, есть такой известный сайт объявлений, называется Slando. Он сейчас редиректит на OLX, как мы видим. Он по запросу Slando, видите, они даже оставили себе соответствующую страничку. Да, они по этой страничке и висят, Slando. Но берем слово Slando в Keyword Explorer и смотрим. Как мы видим, трафик у этого запроса до сих пор есть. Ничто, честно говоря, даже не мешает зацепиться за эту тему и называть там типа Slando, там, Одесса, там аналоги, то есть и тому подобное. Видите, геозависимые запросы даже есть. Ну, огромное количество геозависимых запросов. Slando. Аналог. Даже видим, что есть какой-то трафик, аналог Slando, то есть, но здесь запросов, конечно, нет. Если посмотрим англоязычную версию, да, всегда проверяйте несколько вариантов. Очень важно проверять сразу несколько вариантов для того, чтобы обратить внимание. Как мы видим, сплошные геозависимые запросы, но при этом самому запросу Slando, видите, не так много страниц. То есть, в принципе, когда что-то закрывается, обычно это сайт закрывается, переименовывается, а запрос брендовый остается. Следите за мертвыми брендовыми запросами, где уже умер трафик. Старайтесь про эти запросы написать какие-то статьи. Старайтесь в этих статьях упомянуть другие сервисы. Например, себя не забудьте упомянуть. Конечно же, не забывайте никогда упомянуть себя. И обязательно старайтесь выкладывать информацию, ну, действительно, что произошло, как заменить, на что... Что делать дальше? Например, мафия Одесса, да, известно, что ресторан, вот почему я так взял этот пример, он закрылся, да, то есть если в принципе по этому запросу сейчас любое кафе, ресторан, там мафия Одесса напишет сейчас соответствующую статью, он получит трафик мафии Одесса и заберет его себе. Почему бы и нет? Он заберет трафик себе на этот сайт, люди, которые искали мафию в Одессе, узнают, что ее больше нет, и узнают, что есть другие пиццерии, вы можете рассказать, например, о себе. Да, простой трюк, почему бы и нет? Простой и понятный трюк – забрать трафик у конкурента. Теперь мы поговорим по такой стратегии, когда вам нужно себе создавать контент. И иногда бывает ситуация, что времени создавать контент, да и усилий себе нет. А иногда хочется действительно конкурировать с титанами, с гигантами, а у вас на это просто нет времени. И вам хочется, чтобы ваше имя, вашего сайта фигурировало гораздо лучше. Ничего не стоит проще, как взять контент и создать от имени того, кто писал для ваших конкурентов. Это очень просто. Сейчас я вам это просто покажу, как мы это сделали на примере своего сайта. Итак, поехали. Стратегия заключается в том, что наша задача заходить на сайты и искать того, кто будет нам писать. То есть, например, вот мы нашли автора Наталью Андрееву из сайта ips.ru. ips.ru – это, конечно же, комплексное продвижение бизнеса в интернете. Ребята, вам реклама. Свяжитесь с нами, мы вас похвалили. Собственно, мы списались с ними и нашли автора Наталью Андрееву, SEO-специалиста. И Наталья Андреева, конечно же, написала нам статью. Более того, я даже сейчас ее найду. Вот мы для нее создали страничку автора. И вот ее статья, на которой уже 6000 просмотров. То есть фактически статья нам дала трафик. А статью они писали для того, чтобы, конечно же, пропиарить себя. То есть вы понимаете, да, они пропиарили статью у себя. Ну, себя хотели пропиарить на нашем сайте. Мы получили статью. Они получили пиар. Но мы получили не просто пиар. У нас написал автор,
который писал для других сайтов, то есть для других проектов. То есть если у вас будут писать хорошие известные авторы с именем, не какие-то ноунеймы, копирайтеры с биржи ETXT, а реальные авторы и будут писать вам на сайт, это шикарный способ для того, чтобы помочь своему сайту расти. Почему? Потому что Google видит, что один и тот же автор пишет на разные сайты, значит сайты полезны, и он будет выше его ранжировать. То есть теперь, если мы зайдем на эту статью, мы увидим, что статья довольно-таки неплохая, очень классная статья. Но статья написана, тут и ссылочки на видео есть, тут, собственно, и информация о контенте, то есть есть как искать, вот каталоги, на что нужно обращать. То есть полезнейшая статья. Огромное спасибо за статью, классно, действительно. Вот. И всегда, что очень важно смотреть, статья должна быть интересны и в вашем стиле, то есть стилистика статьи должна быть той же самой. То есть, в этом плане я рекомендую всегда искать себе авторов, не сидите на месте. Авторы должны писать вам постоянно. Это не должны быть какие-то неизвестные авторы. Берите себе авторов, которые работают в каких-то компаниях, связанных с вашим профилем. Они могут быть бренд-менеджерами этих компаний, конкурента даже, там, поставщиков ваших. То есть, если у них есть свой автор, попросите его написать для вас ресурс, ну, статью. Они согласятся чаще всего, потому что им это тоже нужно, они с вас ссылочку хотят получить. А вы от этой ссылочки не теряете. Ничего от вас не уйдет, вес не уходит, а вы получаете контент, за который не надо платить. Вам не нужно искать себе авторов там каких-то на бирже, договариваться с ними, платить им. Они вам сдают килограммы текста, там за 1000 символов, за килосимволы покупаете этот текст. Там сколько сейчас нынче сейчас? $2-3, кто-то и меньше платит. Но вам не нужно это делать. Вы сосредоточены на том, что вам пишут люди, которые в этом специалисты и работают у ваших релевантных конкурентов. Не совсем прямых, да даже можно и в прямых, но просто которые работают не в вашем сегменте рынка. Которые, допустим, не напрямую с вами, которые, да даже иногда можно ваших взять. Почему бы и нет, если получится выйти на автора. Найдите его, напишите ему напрямую в личку, он напишет вам статью. Конечно же, он хочет пропиариться. Следующая стратегия пригодится любому начинающему бизнесу, который собирается только зайти на интернет-рынок. Все мы знаем, что очень хочется всегда зайти по запросу там, прямому, там, допустим, дизайн квартиры, там, дизайн интерьера. Но иногда это просто физически невозможно. Просто у вас нет на это усилий и времени. Вы не можете закинуть этот запрос просто сейчас вот так вот и зайти в него. Это невозможно. Поэтому я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на эту простую стратегию, которую я сейчас вам покажу. Суть данной стратегии заключается в том, что вы берете ваше ключевое слово и добавляете слово «лучшее» или «топ». Ну, например, «топ дизайнов интерьера». И мы видим статьи, которые занимают топ. Топ самых популярных стилей интерьера, дизайн интерьера 2019, то есть мы можем видеть топ трендов, и мы можем видеть ряд статей, которые уже существуют. Это те самые списки, в которые хочется попасть. Как в них попасть? Да все очень просто, не надо изобретать велосипед. Вы просто сделаете то, что нужно. Заходим сейчас на эту статью. Вот мы видим там статья. Вот у вас, пожалуйста, e-mail. Вот у вас телефон, свяжитесь с ними и скажите: «Эй, парень, мне понравилась твоя статья, она шикарная, просто. Мы тоже занимаемся дизайном интерьера, мы бы хотели дополнить ваше портфолио, да, там, нашими фотографиями, рассказать, допустим, там, какие вещи мы делаем. Этот сайт занимается мебелью на заказ, поэтому я думаю, с дизайнерами интерьера он однозначно сотрудничает. И если вы дизайнер интерьера, находите такие списки, связывайтесь с ними, знакомитесь, приглашайте к себе, показывайте свои работы и предлагайте. Цель ваша не просто познакомиться, там партнерские отношения, ваша цель, чтобы он вписал вас в эту статью. Он должен быть заинтересован, там, пригласить его потом, предложите ему попиариться, возможно, там, предложите ему партнерство, допустим, там, вот ваши клиенты, вы будете им советовать мебель, обменяйтесь каталогами. Но суть в том, что вы должны оказаться в этой статье. Ваши примеры, вашего решения, вашего дизайна должны попасть в эту статью. Это касается там топ-пиццерии Одессы, например, смотрим дальше, допустим, пицца Одесса, вот берем пицца Одесса. Ну, такой есть запрос, конкурентов много, как мы видим, ну, очень много. И берем там топ пицца Одесса.
И внезапно, бах, тут уже идут другие сайты. Пиццерия Одесса на сайте Tomato.ua. Смотрим. И вот есть списочек. И тут есть рейтинги. И тут есть рейтинги, возможно, даже всех пиццерий. А возможно, и не всех. А если вас нет, добавьте себя и попросите, чтобы о вас написали, ну, честное ревью. Ну и постарайтесь перед этим ревью, конечно, подготовиться. Ревизор пропиарил многие рестораны. Поэтому здесь однозначно, ну, такими сервисами нужно работать. Но есть еще. Берем лучшие пиццерии Одессы. И вот мы видим сайт «От в городе». Достаточно известный сайт. А это статья. И здесь полноценная статья. И я так более даже того скажу. Они свою статью делали. Возможно, собирали информацию. Они будут ее по-любому обновлять. Статья 2017 года. То есть, они по-любому будут обновлять этот топ. И им можно написать, эй, здравствуйте, вы писали топ в 2017 году. Мы предлагаем вам обновить этот топ и хотели бы, чтобы вы нас рассмотрели. И пригласите их на бесплатную дегустацию, пускай они попробуют. Там, покажите мастер-класс, покажите мастер-сервис, все что угодно. Ну, в общем, подготовьтесь к этой встрече и сделайте свой пиар. Договоритесь с ними, чтобы вы попали в этот список. Неважно, сколько это будет стоить, это надолго. Эта статья 2 года провисела, на минуточку. В ней контент провисел 2 года. То есть 2 года это был пиар. Поэтому потратьте на это время и усилия и получите хорошую, качественную ссылку с классного запроса. А теперь разберем немножко, если вы не пиццерия, а, допустим, занимаетесь там услугами там, по тренингам, либо продаете какую-то платформу, которая продается по системе SaaS, Sales as a Service. Ну, то есть, где у вас какие-то сервисы продаются по подписке, либо на долгое сотрудничество. Оптимальный вариант, конечно же, это искать ключевые слова по так называемым тем же спискам, ну, по, допустим, списке популярных сервисов. Например, расскажу на своем примере. Мы создали ряд сервисов, допустим, кластеризатор. И сейчас хотел бы вам обратить внимание, как мы искали таким образом площадки. Смотрите, вот у нас есть наши сервисы. То есть мы берем вот наш кластеризатор. Вот. Вот его ссылочка. И заходим на него. Вот мы сделали определенные статьи на этот сервис. Как мы их находили? То есть мы находили их разными методами. То есть, допустим, есть методы, когда вы делаете гостевым постингом, да, там кластеризация, говорит, вот, например, есть такой сервис, как распределить ключевые слова по страницам сайта. Мы нашли такого рода статью и рассказали про ней. То есть, как вы видите, есть статья, написанная полностью вот по нашим требованиям, да, по... Это фактически то, что называется гостевой пост, рекламный гостевой пост. Но иногда же продвигаются другими методами. И здесь я поговорю про этот метод. Вы берете там сервисы для кластеризации запросов. Обратите внимание, сервисы, ну то есть список, должен подразумеваться список. И как мы видим, вот есть статьи SEO-профи. И вот с этими статьями, конечно же, нужно и взаимодействовать. Где-то у нас получилось, где-то нет. Где-то мы связались, где-то нет. Поэтому вот с такими статейниками однозначно нужно взаимодействовать и общаться. То есть здесь нужно с каждым взаимодействовать, каждому говорить, что вы такой классный. Конечно же, не все сервисы могут вас взять, не все сервисы на вас могут обратить внимание, но идея в том, что вы должны вцепиться в этот топ, однозначно. Как вы видите, есть запрос, вот они вот в Excel рассказывают, серп-статики, сорт, да, вот. И вот этим ребятам, в частности, вот даже нам нужно сейчас брать и писать письмо. Здравствуйте, вот мы предлагаем вам сервис. У нас мы тоже смотрим, что вы сделали классный обзор. Мы понимаем, что лень вам переписывать эту статью, поэтому я готов сделать все за вас. Написать соответствующий абзац, дать вам там 30-дневный или там 60-дневный, там, либо вообще пожизненный там аккаунт, там, в котором вы можете работать там, ну, с определенным ограничением, или как хотите. Фактически сделать видеообзор, вставить видеообзор, то есть как это со скринами наполнить, не просто текстовой заметочкой. То есть
похвалите его статью, скажите, ваш список полный, скажите, что у вас есть такой же сервис, что вы готовы дать его попользоваться этому человеку. И самое главное, этот сервис, ну, обязательно, чтобы его включили в эту статью. Если вы получите на это ваше письмо «да», напишите все, что вы пообещали, и проследите, чтобы ваш контент оказался в таких статьях. Сразу говорю, этот метод работает не так сразу, не так классно, но работает. Мы по нашей другой утилите, у нас есть генератор AdWords, в принципе, даже если, конечно же, ссылочка не была удалена, мы даже это сделали. То есть генератор объявлений Google AdWords, кстати, кто не знает, инструмент позволяет создавать кампании просто на лету, то есть вообще не тратя время. То есть в этом плане он очень хорош. Если мы посмотрим сейчас по Хребсу, как дела у этой сейчас ссылочки. Ну, здесь у нас вот ссылочка на сайте 1.2.4 для генерирования рекламных кампаний. Как мы видите, вот есть ссылочка. А, это наша же, это мы сами себя пиарили, конечно же. И вот частые ошибки в настройке рекламной кампании Google AdWords. Петренко нас пропиарил, взял, написал статью и добавил наш сервис. Правда, уже дизайн сервиса немножко изменился, но тогда он его добавил. То есть находим статьи, которые хорошо ранжируются, где-то рассказывают про генератор и просим сообщить о нашем инструменте. То есть, если вы будете таким образом общаться, писать, то есть видите, что кто-то написал статью, пишите ему, попросите вставить ваш абзац, и статья будет таким образом расширена. Иногда бывает, что вы хотите продвигать свой сайт сразу по нескольким запросам. Ну, например, у вас пиццерия, одновременно у вас и суши, ну и у вас еще и кофейня. И все это в одном месте. И вы хотите продвинуться по всем этим запросам, но у вас просто не получается. Обратите внимание, что выдача в Гугле под эти запросы всегда разная. И это действительно так. Смотрим, вот, например, суши Одесса. И мы видим, что выдача в геоблоке у нас одни компании, да, и даже в SEO-выдаче, но неважно, мы смотрим сейчас на это. Потом берем пиццерия Одесса, и у нас уже другие компании. И если мы же возьмем там кофейня, третьи компании, то есть по факту вы можете быть либо одним, либо другим, либо третьим. А что делать, если это все у вас вместе? У вас и пицца, и суши, и к вам приходят на кофе, на кофейню. Как же тут быть? Конечно же, нужно размещать информацию о себе на самых других разных сайтах. Как вы знаете, что сервисы для картографии существуют разные. Есть сервисы, на которых можно искать заведение, куда пойти. Где-то регистрируйтесь как кофейня, где-то регистрируйтесь как суши, где-то регистрируйтесь как пиццерия. В итоге за счет этих разных сервисов вы можете вылазить в топ в разных абсолютно местах. Этот трюк используют активно в Америке, потому что там огромная конкуренция, геовыдача реально работает. Если кто-то находится рядом и ищет пиццерию, он вас не найдет, если вы забиты как суши. Хотя у вас есть и пицца, понимаете? Поэтому старайтесь размещаться на разных сервисах, на сервисах, где там списки компаний, справочники, организации, не только Google карты. Не только одними. Старайтесь учитывать разные свои названия. Где-то называйтесь там пиццерия, где-то называйтесь суши, где-то называйтесь кофейня. А теперь мы перейдем, конечно же, к самым сложным. Это коммерческие запросы. Очень хочется сидеть в топе по коммерческому запросу, но физически невозможно иногда выбить тех, кто там сидит. И здесь, конечно же, изучайте выдачу. Сейчас следим за руками, и я буду показывать, что и какие действия нужно принимать в зависимости от того или иного запроса. Итак, берем запросы. Ну, например, купить там iPhone, давайте 7. И вот мы видим, есть контекст, 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 контекст. Первый же у нас есть алло. И вот мы видим OLX. Что такое OLX? OLX это сайт объявлений. Сайт объявлений. Что нужно делать, чтобы переплюнуть этот сайт объявлений? Да вы никогда в жизни его не переплюнете. У него огромный трафик, у него огромный брендовый трафик. Это тот самый Сландо, который переименовался, про который я говорил. Вы ничего не сделаете, чтобы его переплюнуть. Но продавать свой товар вы там можете. Вы можете зарегистрироваться, там даже платно там зарегистрироваться. Вы можете зайти на этот сайт, увидеть, что у него есть премиумные места. Повесьте свое объявление просто в топ. Просто повесьте себя туда, доплатите за это место. Вам не надо конкурировать с тем, кого вы никогда в жизни не подвинете. Просто
проплатите, проследите 2-3 месяца, как с него идет трафик, окупаются ли вложения, и оставайтесь там. Многие сидят на этом методе. Смотрим выдачу дальше. Следующий, кого мы видим, это Hotline. Hotline – это сервис, агрегатор. Здесь продают огромное количество магазинов. То есть, если мы зайдем в товар, мы здесь можем увидеть отзывы о товаре, да, и мы можем перейти в магазины. Так, это отзывы, отзывы, вопросы, ответы. И мы ищем. Вот все предложения. Мы видим, что есть здесь предложение, вот и здесь, здесь предложение. Следует помнить, что здесь предложения магазинов могут быть разные. У них есть свой рейтинг, своя система. То есть они ранжируют. В топе находятся не всегда те, кто по цене. Они сортируют по собственной внутренней оценке. Если вы можете посмотреть, там есть и ребята, и кто дешевле могут толкать. Но фишка в том, что в топе ранжируются не всегда по цене. Они сортируют по своему рейтингу. Понятно, по рейтингу доверия. Влезьте тут, торгуйте на этих площадках. Сколько бы вы там ни платили, поверьте мне, все вы заплатили гораздо больше. Поэтому не рекомендую попытаться с этими ребятами конкурировать. Вы просто по этим запросам не прорветесь. Когда мне приходит клиент и говорит, я хочу продвинуться по такому-то запросу, я говорю, а вы выдачу последний раз когда смотрели? Сейчас 2019 год. Конкуренты выращивали эти сайты. Я помню эти сайты с 2009 года, когда они еле-еле держались. И они уже в топе были. Мы с трудом их сдвигали. Сейчас это абсолютный топ. Раньше они покупали контекст. Сейчас они в абсолютном топе. Сейчас вы их просто не продвинете. Пока вы сидели там где-то, покупали ссылочки на SAP, они вкладывались в полноценное SEO. В то SEO, которое работает и очень долго будет работать. Итак, едем дальше. Следующий, кого мы видим, это Розетка. Розетка-то по факту это marketplace. Это не совсем интернет-магазин. Да, он тоже продает свои товары, но на нем размещают товары и другие продавцы. На нем торгуют множество товаров. Мы торговали даже, на Розетке размещали свои товары. Это marketplace. Здесь всегда можно увидеть товары непосредственно как от самой Розетки, так и не обязательно от них. Нужно обязательно, вот смотрите, видите, e-store, этого магазина даже в списке нет нигде, но он продает свой товар за хорошую цену на этой Розетке и прекрасно себе зарабатывает. Более того, он получает клиента, продает ему аксессуары, продает ему все, что угодно. Получается, Розетка поступает как marketplace, на котором клиент покупает товар. Что это значит? Надо торговать на этих площадках. Если вы изучите выдачу, дальше вы, конечно же, увидите, там вот есть Citrus, это интернет-магазин, вот есть блог Google Card, Comfy, Foxtrot, конечно, вот уже, EK.ua, если не ошибаюсь, это eKatalog, еще один агрегатор. Понимаете, да, на самом деле, как выглядит выдача по этому запросу? Если вы не можете конкурировать с парнем, который находится выше вас, занимая топ-5, как минимум, выдачи, не пытайтесь это делать. Пытайтесь торговать на его месте. Вместе с другими заходить вместе с ними на это место и пытаться там торговать. И самое главное, мы обратили внимание на верхушку этой выдачи. В верхушке этой выдачи находится контекст. Это Google Merchant. Вы можете разместить свою рекламу в Google Merchant и уже сейчас получать просто сразу прямые целевые клики прямо с Гугла. Причем, кстати, реклама в мерчанте стоит довольно дешево. В целом, все компании в мерчанте, которые я настраивал своим клиентам, они стоили в целом по кликам очень дешево и приводили целевую аудиторию. Потому что никто случайно это не кликнет. Это кликают люди, когда уже видят вашу картинку, вашу цену, ваше описание товара. Они кликают это не просто так. Поэтому обращайте внимание на выдачу. Здесь, понятно, реклама в топе. Здесь, возможно, даже вы стоимость клика не потянете. Она может быть безумно дорогой. То есть вот этот кусок выдачи вам, может быть, и не взять. Но вот здесь можно. Здесь однозначно можно. Здесь можно. То есть по факту можно взять выдачу в тех местах, где вам ее просто по SEO никак не достигнуть другими методами. Эти ребята вложились в монетизацию. Возможно, с ними даже будет выгоднее сотрудничать. Надо взвешивать затраты и прибыль. На этом у меня все. Не забываем подписаться на наши подкасты. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Задавайте мне вопросы. Если у вас возникли вопросы по этим стратегиям, либо вы знаете какие-то еще новые клевые, поделитесь со мной.
эти стратегии помогут любому молодому сайту, который только-только начинает продвижение и не знает, с чего взяться. На сегодняшний день я считаю, что именно эти направления самые оптимальные и не требующие участия SEO-специалиста. То есть, если вам SEO-специалист еще на данный момент не нужен, эти стратегии можно с легкостью реализовать самому. Главное, чтобы, ну, у вас были соответствующие люди. Если же у вас возникли вопросы именно по этим стратегиям, вы можете всегда нам написать, мы отвечаем, рассказываем, показываем. И, конечно, если кто-то заказывает, то и делаем. Ну, это само собой. Я не буду пытаться здесь продавать ничего, зачем это нужно. Вы сюда пришли все научиться, и моя цель, конечно же, научить вас. Так что до новых встреч, нажимаем на колокольчик.